Вопросы участия местного отделения партии «Единая Россия» в предстоящих выборах обсудили на внеочередной конференции партии. Сегодня на повестке дня второго этапа внеочередной нашей конференции вопросы, связанные с участием местного отделения политической партии «Единая Россия» городского округа Химки Московской области в выборах депутатов Совета депутатов городского округа Химки Московской области. В конференции приняли участие 72 делегата. Они рассмотрели 10 вопросов, касающихся жизни городского округа и работы партии. Конечно, главный вопрос сегодняшней конференции было это выдвижение кандидатов на выборы предстоящие в Совет депутатов в муниципальном образовании городского округа Химки. Как мы знаем, что уже прошел съезд и по партии «Единая Россия» по движению в Госдуму, прошла конференция регионального отделения Московской области по движению кандидатов в Московскую областную думу. Также на конференции утвердили перечень кандидатов, которые будут представлять интересы партии на выборах в Совет депутатов городского округа Химки. Были рассмотрены ряд текущих вопросов, которые касаются изменений в составе местного политического совета. Также ряд вопросов, которые касаются деятельности местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На заседании также была утверждена предвыборная программа местного отделения партии «Единая Россия».